поговоримо з депутатом Одеської міської ради Володимиром Корнієнком, який завітав до нашої студії. Володимир, вітаємо. Здравствуйте. Вітаємо вас. Тож бачимо, що наша ведуча оперативного штабу поїхала на генерала Петрова і відсвяткувала із місцевими там такий день народження провалля, який відбувся, стався через рекламну конструкцію. Однак, чому ж виходить, що міська влада проводить рейди, знищує ці вивіски, однак ось такі конструкції, які є небезпечними, просто не помічають, чи не хочуть помічати? А все дуже просто, на самом деле. Во-первых, рейд проводила комісія по вопросам строительства і архітектури городського дизайну, в которой большинство являются депутати партії «Довіряй делам». В частности, партія мера, чиновник управления рекламы подчиняется, начальник управления рекламы подчиняется мэру. То есть, и, конечно же, грубо говоря, ну кому? Не... Давайте згадаємо про те, що діючий керівник цього відомства є чи був власником однієї з рекламних фірм, яка розташовувала і розміщувала, власне, такі борди, зокрема, на території міста Одеси. Да, он действительно был руководителем фирмы «Диагональ». Сейчас он, когда возглавил управление рекламой, переписал по информации со средств массовой информации на своего отца. Что, в принципе, тоже является конфликтом интересов на самом деле, потому что как бы борды находятся в Одессе и рекламные конструкции. Причем я помню еще, когда он не был начальником управления рекламы, года 4 назад я поднимал вопросы по аварийности конструкции этого предприятия, по узаконению, где мне дали ответ тогда чиновники, что данные борды находятся на территории железнодорожного вокзала, на земле железнодорожного вокзала, что подпадает под статью «реклама на транспорте». То есть вот такой вот был ответ. То есть нашли такую лазейку. Где там реклама на транспорте, мне непонятно на самом деле. Ну и вот вернемся к вопросу по рейду. То есть какой рейд мы могли ожидать, если, грубо говоря, там фактически представители одной и той же вертикали власти? Демонтировали что? Вывески у обычных предпринимателей, которые по закону имеют право вывески эти узаконить, разместить у себя, то есть как бы, но они зачастую не трогают вот этих крупных рекламных операторов, у которых там сотни бордов. Давайте подивимось на екран, ось бачите, як демонтують з фасаду окремої будівлі якісь не конструкции, а просто посмотрите на размер этой вывески. Да. Мы говорим сегодня, мы уже на вашем телеканале мы говорим уже 2 месяца о том, что существуют огромные рекламные конструкции, которые являются аварийными, которые находятся, не соблюдая нормы ДБН, которые там на ветру колыхаются, наче лист на ветру, на средней фонтанке. Вот это посмотрите, посмотрите, какая сложная рекламная конструкция. Ну это просто смешно, понимаете? Сделать рейд по таким конструкциям, учитывая то, что у нас сотни рекламных конструкций являются в аварийном состоянии, ржавыми там ножками, да, там, которые на электроопорах располагаются. Ну вот почему-то те они не демонтируют, а вот это вот, ну просто, не дай бог баннер на кого-то упадет, да? То есть просто смешно на самом деле. Справді, чому так? Ну і, до речі, так, по продовження ваших слів, ось день тому, 23 години тому, управління реклами в Фейсбуці відзвітувало про те, що вони демонтували рекламну афішу навколо стовпа на площі 10 квітня. Я знову ж таки згадую Середньофонтанську вулицю Краснова, де ці величезні борди над проїжджою частиною Чотирисмуговою просто косо-криво, аби живо, як то кажуть, розташовані, і постійно мене бентежить, що якщо воно впаде, це ж буде десятки жертв. А вулиця Космонавтів, вулиця генерала Петрова, Авідіопольська дорога. Кстати, коли був ураган, я знімав пряму трансляцію, хто підписаний на мою страницю в Фейсбуці, і бачив, де рекламна конструкція огромних розмірів упала. Слава Богу, тоді в районі Івановського моста ніхто там не пострадав. Тому що реально, якщо б вона упала чуть-чуть вбок, то я уверен, что бы пострадали бы люди. Потому что там и проходная часть, там светофор находится, и проезжая часть. То есть, поэтому там действительно такое аварийное место. Ну, якщо падає конструкція, то ж хто має відповідати за те, що вона там якісь збитки понесла? От генерала Петрова, приклад, там впала, є провалля, люди від цього постраждали. То я так розумію, що мають відповідати не лише ті, хто встановлював, а ті, хто давав дозвіл. Чиновники, тому що вони дають розрішення. Тобто, коли людина
должен получать разрешительные документы на эту конструкцию, должно быть какое-то техническое обоснование о том, что конструкция, она не аварийная, что конструкция, она устойчивая, что там в случае порыва ветра она выдерживает такую-то нагрузку. То есть, грубо говоря, я не думаю, что кто-то у нас делает такое техническое обоснование. Кинули этот бигборд на бетонную подушку, все, и он там стоит. Причем зачастую мы же понимаем, что все крупные рекламные операторы в городе, это же там или те же чиновники, или те же депутаты, или еще кто-то, власть имущие. У нас вряд ли человек, который захочет зайти в рекламный бизнес такой широкого формата, ему дадут такие возможности в городе. То есть как бы ему как минимум не дадут никакие согласования и сошлются на комплексные схемы, о которых мы когда-то у вас говорили, что та или иная схема не предполагает нагрузки на эту улицу рекламными плоскостями. А свои плоскости они вот кидают. Мы же находились сколько вот этих вот незаконных рекламных конструкций без разрешительной документации на Французском бульваре и на поселке Котовского, в частности, которые мы уже 3 месяца назад начальнику управления отправили запрос, что там есть незаконные рекламные конструкции, до сих пор не получили, даже учитывая протокольное поручение господина Кучука, мы не получили на сегодняшний день ответ, когда же они будут демонтированы. Хотя он сказал на аппаратном совещании уведомить депутатов и сказать о сроках демонтажа. Аэропорт, мы же тоже видим, какое количество рекламных конструкций там появилось. И коллега, депутат Роман Сенник, он же говорил об этом на исполнительном комитете, тоже задавал вопрос, есть ли разрешительная документация. В сегодняшний день ответы не получены. А что касается этой рекламной тумбы на 10 апреля. Так это смешно. У нас все рекламные тумбы на сегодняшний день, афишные тумбы, которые на электроопорах, стоят незаконно. Их нужно было демонтировать все сразу. А сегодня, что делает управление рекламой? Они демонтируют одну тумбу и показывают видимость работы по демонтажу этих рекламных конструкций, хотя их тысячи. То есть, грубо говоря, если они будут по одной такой рекламной тумбе сносить там каждую неделю, то это никаким образом не повлияет на данный бизнес. Потому что, ну, как мы уже говорили, их реально тысячи в городе. Это і в спальних районах, в центрі. Цікавий зміст цієї реклами. Ну, я думаю, що всі пам'ятають рекламу, коли там дівчина на себе йогурт проливала, всі бачили ці банери з яскраво-рожевим фоном, там «Дякую тобі за дитину» на фоні історичних будівель. Чому дозволяють ось таку рекламу? Це такий несмак? Чи це все ж таки просто... Та нема кому контролювати. Во-первых, как говорит начальник управления рекламы, что они не вмешиваются в сюжетную линию. Ну, на самом деле, это неправда. Мы помним еще избирательный процесс, когда коллеги там с других политических партий, когда размещали рекламные конструкции, по-моему, Наталья Делиева об этом говорила, партия «Голос», их тогда начали резать эти рекламные конструкции. В частности, ее борды поснимали, хотя у нее был заключен... Она размещалась, по-моему, как раз на бордах рекламной кампании «Диагональ», если я не ошибаюсь. Mm-hmm. Ну, по-моему, это... Где-то я видел эту информацию. Но... В частности, мы постоянно видим о том, что стоит тотальный запрет размещения оппозиционных политиков, оппозиционных партий, которые на сегодняшний день не согласны с городской властью, которые сегодня выступают, говорят о проблемах в городе. Конечно же, таких депутатов не будут размещать ни эти рекламные операторы, которые, как я говорил ранее, это те же чиновники и те же там провластные депутаты. Хотел бы все ж таки повернутися до цього аспекту, до початку нашої розмови. Розуміємо, що провладні депутати беруть участь у цьому рейді, все схоплено, все нормально, все контролюється тими, хто має відповідати за порушення. Ви ж маєте нагоду, як депутат міськради, навіть від опозиційної політичної сили, піти на цей рейд і не зірвати, а бодай висловити обурення вас і ваших поплічників в сфері розміщення реклами. І запрошуйте ЗМІ, ми з задоволенням знімемо, покажемо вашу позицію. Звісно, я би мог би це зробити, якщо б вони мене хоча б повідомили о такому рейді. Але знаю якраз позицію, що я іменно... Це ще й таємно.
таймничили. Конечно, то есть как бы не было рассылки депутатам, не было приглашения. То есть если бы, конечно, бы, они же понимали, если они мне уведомят, и я обязательно приду на такой рейд, они понимали, что я буду задавать ненужные там вопросы. И, соответственно, конечно же, управление рекламы на сегодняшний день четко им, знаете, очень можно легко заметить, когда поднимается какой-то острый вопрос в городе, городская власть дает такой пас тому или иному чиновнику. Она организует какую-то проверку со своих людей, там, какую-то комиссию, какую-то еще что-то. Идет какое-то обсуждение на аппаратном совещании, где говорят, что вот, мы там демонтировали конструкцию как раз на 10 апреля. То есть идет такая, знаете, игра, типа, ну вот посмотрите, чиновник работает. ИБД, имитация бурхливой деятельности. Для ДСИ, которые, наверное, не видят это все изнутри кухню, для них складывается такое впечатление, что действительно прошел какой-то рейд, прошла какая-то ситуация, там борются с рекламными конструкциями. А то, что находится сегодня в тени и те объемы, это, конечно, колоссальные потери для города. Ну, якщо там 15:35 засипати своїми зверненнями, там ось тут небезпечна конструкція. Якщо багато людей буде звертатися ось саме там за однією тією ж адресою, це можливо дасть якісь плоди. Возможно, ніколи такого на самом деле не було. Я би був би благодарен, якщо б одесити, які там смотрять передачу, вони би хоча б зробили запроси на ту ж службу 15:35 з тими рекламними конструкціями, які їх безпокоять. Там, де вони гуляють, над дитячими площадками, над пішохідними переходами в тих чи інших вулиць. Тому що, ну, як би, тех депутатов активных, которые там выступают против там незаконной рекламы, их на сегодняшний день очень мало. Поэтому, конечно же, нам нужна поддержка жителей, нам нужны такие активные жители, которые бы тоже бы смогли в свою очередь обращаться, превращались жители в таких активистов, знаете, в общественных деятелей. Это, конечно, был бы на плюс. Не только нам, был бы плюс всему городу. Кілька тижнів тому в вечірньому ефірі «Добрий вечір» на Одеса Лайв анонсували створення певного ресурсу, інтернет-ресурсу, де обіцяли позначити всі, зокрема, незаконні рекламні конструкції. Просувається справа? Да, опять-таки, очень сложно. Мы наполняем данную Google карту, но опять-таки сталкиваемся с теми моментами, где не все комплексные схемы нам получается достать, опять-таки, где есть какая-то разрешительная документация, например, оформляют те же рекламные тумбы, не как тумбы, а как нестандартные рекламные конструкции, где мы не можем, допустим, проверить их соотношение к комплексной схеме. И это на самом деле... Что означает нестандартные рекламные конструкции? Вот, понимаете, рекламные тумбы запрещено размещать по данной области. А нестандартные рекламные конструкции можно, потому что они ничем не регламентируются. Ну, вот такое вот мнение у чиновников. То есть, помните, как там фильм «О чем говорят мужчины», да, там крюшон может там стоить, а сухарик не может стоить таких денег. Так же и здесь, то есть, рекламную тумбу нельзя размещать, а нестандартную рекламную конструкцию можно. То есть, что не написано на законе, то есть, так они пытаются эту ситуацию обойти. Справа Остапа Бендера живет в 21-му столетии, бачу. Ну, это колоссальные деньги. Это колоссальные деньги, при том, что, ну вот, вот мы сделали буквально на прошлой неделе. Так, гроші – це найцікавіше. Озвучте певні недавно запросы, где мы, где я обратился к начальнику управления рекламы, чтобы узнать, сколько город недополучает с тех или иных рекламных конструкций. Причем мы четко сформулировали просьба указать задолженность. Задолженность не была указана. По нашей информации она есть, и она действительно большая. Поэтому, на мой взгляд, начальник управления рекламы не хочет мне предоставлять такую информацию. И он мне предоставил информацию, сколько заплатили та или иная компания. Вот, например, за 2020 год ТОВ «Артвелис», это один из тех операторов, который размещает рекламные конструкции, по-моему, как раз на столовах, они в 2020 году заплатили 625,5 тысяч гривен в бюджет. Угу. То есть это вы, чтобы вы понимали об объемах. Это только один лишь рекламный оператор. А за первое полугодие 2021 они заплатили только 186 тысяч. То есть мы видим... Навряд ли зменшилась кількість рекламы. 100%. 100%. Мало того... Знижка для постійних. Мало того, мы же не понимаем, вот этих 625 тысяч, все ли рекламные тумбы у него оформлены, и со всех ли он заплатил, или оформлен там, например, 30%, 40%. Мы же об этом не знаем. Мы же понимаем, что огромный процент рекламного рынка, он находится в тени. Поэтому, возможно, что эта сумма могла быть там 800
тисяч, мільйон. Тобто, як би, можливо, не довелося брати чергові кредити, чи відтермінувати їх. Ну, это серьезные поступления. И это мы говорим не от всей рекламы, это мы говорим всего лишь вот такой маленькой иголочки в стоге сена, да, которая один лишь всего лишь рекламный оператор. А их же у нас там десятки, сотни этих рекламных операторов. А теперь подсчитайте объем, который бы мог бы получать город. Если бы мы, в принципе, как-то нормализировали этот рынок, то я думаю, что там... Порядка 200-300 мільйонів би город би мог отримати тільки з цього сегмента. Очевидь, таке вже підсумкове питання. Чи є шанс нормалізувати цей ринок? І що ви зі свого боку плануєте разом з однопартійцями робити для того, щоб, власне, ми, у нас було менше приводів обурюватись з приводу діяльності управління рекламою? Ну, во-первых, ми не плануємо останавливатися. Ви ж бачите, ми планомірно, поступательно, ми двигаємося, ми задаємо вопроси. Наші вопроси к ним, це вже ми заставляємо їх где-то якісь конструкції выводить из тени. Мы заставляем решать вопросы с должниками, чтобы эти фирмы не имели огромной колоссальной задолженности, потом банкротились и эти деньги списывались. А чтобы эти рекламные операторы вовремя платили, а это опять-таки миллионы гривен поступлений в бюджет, это уже хорошо. То есть я уже доволен своей работой тем, что мы заставляем профильное управление работать и привлекать деньги в бюджет. И поэтому останавливаться не будем. Будем только наращивать силы, будем оповещать одесситов. И, конечно, бы хотелось бы поддержки одесситов, в частности, и в этом направлении, чтобы они и давали нам информацию о тех или иных конструкциях, которые появляются зачастую ночью. Они их вешают. Они бывают перевешивают там, где демонтировали, появляется эта рекламная конструкция в другой части города. И, конечно, если бы жители обращались, говорили нам эту информацию, был бы большой плюс. И плюс, так как вот и вы хорошую идею подали, чтобы жители обращались на службы поддержки городского совета, на экстренные службы, обращались и задавали вопросы, та или иная рекламная конструкция, законна или незаконна. Потому что нельзя быть в стороне. Сегодня она упала рядом, а завтра она может упасть на какого, на близкого человека. Поэтому нужно обязательно... Просто выходит, что это происходит с мовчазной згоды одесситов. Будем сподеваться, что больше мовчати. Гроши любят тишу, так? Да, зачастую просто одесситы, ну, многие не понимают всех этих проблем, которые находятся, как я уже ранее говорил, в тени. Но если мы объединимся с жителями, если мы все вместе начнем работать в этом направлении, и депутаты, и жители, и средства массовой информации, я уверен, что это пойдет только на пользу нашему городу. Дякуємо вам, що ви змушуєте безвідповідальних насамперед чиновників нервувати і робите їх життя складнішим, коли вони йшли на ці посади, сподівалися, що там буде тихесеньке хлібне місце, де можна нормально жити. Дякуємо, що не даєте їм це зробити. І долучайтесь до нашого ефіру. Димир Корнієнко щойно спільно з нами розповів деякі подробиці останньої діяльності управління реклами профільних чиновників в сфері, зокрема, незаконного рекламного бізнесу в Одесі.